сядьте, почитайте цей законопроект про референдум, який зараз вам пропонується, з олівцем, і порахуйте, чи зможуть пересічні громадяни просто виконати ті процедури бюрократичні, які там прописані, і чи зможуть вони хоч один референдум ініціювати. Ви подивіться, що там Центральна виборча комісія перетворена, по суті, в дамоклов меч над конституційними її повноваженнями, щоб жодного референдуму руками ЦВК Центральної виборчої комісії не пропустити. А скажіть, ви можете пропустити ситуацію, коли ми тут з вами щотижня приймаємо десятки законів, а людям цим законом, що щойно пропонувався, дається право раз на рік по одному закону застосувати право вето і через такі процедури, які людям не посильні? Ви знаєте, що багато людей вірять в те, що ви... Отже, продовжує свій виступ Юлія Тимошенко як авторка одного з трьох законопроєктів про всеукраїнський референдум. Усі три документи Верховна Рада буде розглядати сьогодні. У першому читанні будуть визначатися, зокрема, з тим, який буде основним. Один з них – це президентський законопроєкт, який Володимир Зеленський подав до Верховної Ради з грифом «невідкладний». Тож, от виступає лідерка фракції «Батьківщини». Будемо далі стежити за роботою Верховної Ради. Сьогодні парламентарі ще мають дуже багато питань. Інше питання – чи встигнуть опрацювати нині. Ну, і питання маємо і ми, зокрема. І ви, наші дорогі глядачі, запитуємо ми у вас таке. Як ви вважаєте, спроба посадити за грати екс-президента Петра Порошенка – це справедливе правосуддя чи політичне переслідування? Два варіанти такі пропонуємо вам. Дзвоніть, голосуйте, будьте активними, дайте знати ваші думки з цього приводу. Підсумки підіб'ють наші колеги в програмі «Повечір'я» о 19:30. Також долучайтесь прямо зараз до нашого етеру, дзвоніть нам в студію, висловлюйте свої думки, ставте ваші питання за номером 0800-509-222. Ну, а ми повернемося буквально на кілька годин назад і поговоримо про також важливе, цікаве рішення, яке сьогодні вже ухвалила Верховна Рада. Отже, не вдалося і з другої спроби. Парламент не проголосував за оновлену програму дій Кабінету міністрів. Вона майже в 10 разів більша за попередню версію, структурована за кожним відомством та передбачала, зокрема, падіння валового внутрішнього продукту у нинішньому році до 8%. Перед голосуванням прем'єр-міністр зазначив, що успішність уряду також залежить від співпраці Кабміну та парламенту, а вже після рішення Верховної Ради додав, написану програму виконуватимуть, обранці уряд підтримують, а не проголосували, бо не хочуть давати імунітету на рік. Ну і натомість опозиційні депутати почали збирати підписи за відставку уряду Дениса Шмигаля. Роблять вже це кілька днів, зібрали вже майже трохи більше 80 голосів, але зазначають, після другої проваленої програми Кабінет міністрів сам мав би піти у відставку. Ну і збираємо ми думки експертів з цього приводу. І з нами на зв'язку є фінансовий аналітик Олексій Кущ. Пане Олексію, доброго дня, вітаємо вас в етері четвертого. Добрий день. Ну, отже, Верховна Рада вдруге провалила програму дій уряду, хоча вона дійсно була набагато більша. Говорять про те, що і опрацьовувалася ретельніше з комітетами. Як вам ті показники, які були закладені, наскільки вони є реалістичними? Бо коли Міністерство економіки прогнозує падіння ВВП на мінус 4,8, ну, здавалося так, що трохи нереалістично наш Кабмін бачить цей фінансовий рік. Дело в том, что программа Кабинета министров, она как раз должна быть не о падении, а о том, как это падение приостановить, о том, как амортизировать последствия кризиса. На самом деле, то, что мы сейчас видим с программы Кабинета министров, это как бы полная профанация здравого смысла, потому что нынешнему Кабмину уже как бы исполнилось 100 дней, да, и министры, которые приходят во власть, которые занимают кресло в властных кабинетах, они должны уже идти во власть с четкой визией развития страны по тем направлениям, которые они как бы планируют возглавить. Тем более, если премьер возглавляет правительство, премьер по нашей конституции это вообще как бы первое лицо государства,
государстве. Он тем более должен быть своеобразным визионером с точки зрения развития экономики. Поэтому он уже должен иметь концепцию развития, он должен иметь модель преодоления кризиса. То, что у нас в правительство пригласили людей, которые не имели практически никаких идей развития страны и экономики, как бы это действительно настоящая национальная катастрофа. Поэтому я думаю, что Украина – это одна из немногих стран, где правительство там, спустя 3 месяца начало разрабатывать программы, тем более не просто разрабатывать. Вначале это был чисто формальный документ, написанный на уровне там, курсовой работы студента первого курса экономического вуза. Затем эта программа была отклонена парламентом. Кабмин начал в успешном порядке писать новую программу. Опять же, мы получили на выходе обычный такой наукообразный текст, в котором просто много стереотипных фраз, таких своеобразных экономических фреймов, которые переходят из одной программы одного кабина в другой. То есть фактически это такой компиляционный документ. И, конечно, если его с точки зрения веса или там количества страниц оценивать, то это как бы не это существенный прогресс. Но дело в том, что, допустим, в Чили, когда проводились знаменитые реформы, там была такая группа экономистов, которых называли «Чикагские мальчики». Там у них тоже была программа, которую называли «Эль-Ладрильо», то есть «Кирпич», потому что она была такой толщиной большой кирпич. Но там эта программа действительно была достаточно детально проработана, и там была четкая визия развития страны и экономики. В данном случае, как бы кроме увеличения массы документа и количества страниц, мы не увидели никаких новых смыслов. То есть, по большому счету, что ожидали эксперты? Они ожидали увидеть 3 основных модуля в этой программе. Да? То есть, как правительство будет амортизировать тот кризис, который у нас уже произошел в результате карантинных ограничений социальной активности населения, карантинных ограничений экономической активности бизнеса. Второй модуль – это как кабинет министра будет реагировать на те вызовы, которые сейчас формируются в контексте глобального экономического кризиса, потому что мы еще не все как бы токсичные влияния кризиса получили. Многие из них будут на подходе в ближайшие месяцы, то есть нужна программа Кабмина, как он будет амортизировать эти будущие как бы токсичные влияния на нас. И третья модель – это как бы за счет чего Украина будет выживать в посткарантинном мире. То есть мы сейчас через несколько месяцев окажемся в условиях совершенно иной модели посткарантинной экономики, глобальной экономики, этот посткарантинный мир. То есть нам нужно искать свои факторы конкурентоспособности, условно говоря, те 4-5 направлений развития экономики, которые могут стать прорывными для нас и обеспечить хотя бы там частичную амортизацию кризиса. То есть мы не увидели этой модели конкурентоспособности, не увидели этих факторов конкурентоспособности. Пане Олексій, поэтому, да. Сьогодні з трибуни парламенту ми чули від переважно представників парламентської опозиції закиди, що ця програма дій уряду, вона у деяких аспектах суперечить нашому меморандуму з МВФ, який підписали наші урядовці. В чому саме і наскільки це проблема? Ну, там действительно как бы есть такой определенный когнитивный диссонанс, потому что в программе там косвенно говорится о создании там свободных экономических зон, о каком-то фискальном стимулировании. В меморандуме с МВФ написано, что правительство не будет предпринимать никаких действий по сокращению существующих налогов, то есть снижению фискальной нагрузки на население и бизнес. То есть это как бы уже первое противоречие в программе. Кабмин говорит о льготных там свободных экономических зонах. В программе, а в меморандуме с МВФ говорится о том, что правительство не будет снижать существующие ставки налогов. То есть уже как бы первое противоречие. Кроме того, в программе Кабмина упоминается о неких там протекционистских мерах по защите внутреннего рынка и национального товаропроизводителя. В меморандуме с МВФ, опять же, считаем, что правительство не будет предпринимать никаких мер по защите национального рынка от импорта товаров и услуг, которые поставляют нам из других стран. То есть, как бы, таким образом, в своей программе кабинет министров пишет то, что от него хотят услышать внутри страны, в меморандуме с МВФ кабинет министров записывает те нормы, которые от него хотят услышать наши внешние партнеры.
То есть получается, что как бы вот такая вот попытка усидеть на двух стульях, или как в известной пьесе «Слуга двух господ». Ну, кого буде Кабінет міністрів дурити, пане Олексію? МВФ чи українців-виборців, які, ну, наприклад, повірять в цю програму, да, будуть сприймати її як такий дороговказ? На вашу думку, чи буде намагання і там якось ухилитися від прямого виконання цих програм? Ну, якщо ми вже так би вспомнили от эту знамениту п'єсу «Слуга двух господ», то, в принципі, вот этот образ такого плута, который обманывал и первого господина, и второго. То есть то же самое можно сказать и про нынешний кабинет. То есть по большому счету он будет обманывать и свой народ, потому что он дает ту программу, которую явно не собирается выполнять. С другой стороны, он обманывает МВФ, потому что берет на себя в меморандуме те обязательства, которые тоже не сможет выполнить. Да, то есть, допустим, если мы посмотрим на другие нормы, которые касаются сотрудничества с МВФ, там написано там о том, что любые дополнительные поступления в бюджет будут направляться на погашение долгов, будет введена там так называемое обязательное декларирование имущественного и финансового положения для физических лиц, будут ужесточены там критерии получения пенсии. Опять же, будут более жестко взыскиваться долги по коммунальным услугам, увеличены штрафы за неоплату коммунальных услуг. То есть берутся такие антисоциальные, токсичные обязательства, которые, как бы, ну, явно у этого кабина нет той политической субъектности, чтобы предпринимать такие жесткие меры антисоциального характера. Дякую, пане Олексію, за включення. Спасибі, що долучилися, прокоментували цю програму і це рішення Верховної Ради щодо програми дій уряду 2.0. Нагадаю, Олексій Кущ, фінансовий аналітик, вмикався на «Живе ТР4». Ну і про